рады приветствовать участников торжественной церемонии, которые собрались сегодня в Российском центре науки и культуры в Никосии, чтобы открыть космическую неделю на Кипре. Мы знаем, что 2 года назад в столице Республики Кипр был установлен памятник нашему космическому первопроходцу Юрию Алексеевичу Гагарину. И вот уже 2-й год, в апреле, организуется цикл тематических мероприятий, посвященных Дню космонавтики. Для нас, как и для многих специалистов и ученых, этот праздник символизирует начало новой эры в истории человечества. Первый смелый шаг в практическом освоении космического пространства. В нынешнем году исполнилось 50 лет со дня первого выхода человека в открытый космос. Его совершил наш легендарный коллега и соотечественник Алексей Архипович Леонов. Важно, что среди участников предстоящих мероприятий будут много школьников, студентов, представителей молодого поколения. Может быть, через несколько лет кто-то из них будет здесь, на орбите, нести космическую вахту или работать в области научных исследований, направленных на познание ближнего и дальнего космоса. Желаем всем вам интересных открытий, новых творческих достижений и реализации самых дерзновенных мечтаний. Мы часто наблюдаем Кипр через иллюминатор Международной космической станции. Это очень красивый остров, омываемый лазурными водами Средиземного моря. Вообще этот регион мира выглядит завораживающе, ведь это колыбель европейской цивилизации. Шлем дружественному народу Кипра наш космический привет и пожелания мира, процветания и стабильности. Счастья всем! С Днем космонавтики! Борт-инженеры 43-й экспедиции на Международную космическую станцию Антон Шкаплеров, Геннадий Падалко и Михаил Корниенко.